Всем привет! Сейчас наша жизнь как никогда наполнена тревогой и стрессом, поэтому очень важно научиться простым приемам для того, чтобы снять напряжение и жить спокойно. Сегодня поговорим про 10 простых способов, как расслабиться и снять напряжение. Погладьте кота. Исследования показывают, что поглаживание кота может снизить кровяное давление. Если у вас нет домашнего питомца, посмотрите видео с котами, это также вызовет такой же эффект. Посмотрите на все с другой точки зрения. Взгляд на ситуацию с другой стороны или когнитивное переосмысление, как называют это эксперты, может помочь вам придать ей альтернативный смысл, который снизит уровень стресса. Для этого обратите внимание на свои мысли. Ловите себя, когда вы начинаете погружаться в негатив. Заменяйте негативные мысли позитивными. Займитесь любовью. Во время любови высвобождаются эндорфины. Это такие вещества, которые образуются в мозгу человека. Они улучшают настроение и уменьшают симптомы стресса. Вспомните алфавит. Если вас охватила паника, для которой нет конкретной причины, и вы никак не можете справиться с тревожными мыслями, попробуйте просчитать в уме алфавит в обратном порядке. Это сложно, поэтому заставит вас отвлечься по-настоящему и сконцентрироваться. К тому времени, когда вы доберетесь до буквы А, вы будете готовы снова встретиться с миром и его вызовами. Практикуйте прогрессивную мышечную релаксацию. Это такая старая техника, фокусируется на сжатии и расслаблении каждой группы мышц. Это поможет вам осознать физическое ощущение между мышечными напряжениями и расслаблениями. Начните с правой ноги. Сосредоточьтесь на максимальном сжатии мышц в течение примерно 8 секунд, растопырив пальцы ног и выгнув стопу. Затем расслабьте их, позволяя напряжению уйти из тела через эту стопу. Перенесите внимание на левую ногу. Сожмите и расправьте пальцы ног, затем расслабьтесь, таким образом стресс уйдет из вашего тела. Затем обратите внимание на свои икры, напрягите и расслабьте, затем на колени, бедра, все время дышите ровно и спокойно, вдыхая и выдыхая. Переместите внимание к бедрам, животу, спине и кончикам пальцев рук и так далее. К тому времени, когда вы доберетесь до макушки, напряжение должно полностью уйти. Примите горячую ванну. Наполните ванну водой настолько теплой, насколько сможете выдержать. Добавьте ваши любимые ароматические масла для ванны. Попробуйте лавандовое, розовое, подойдут заваренные ромашковые или мятные чайные пакетики. Погрузитесь в нее примерно на 20-30 минут. Перекусите. Падение уровня сахара в крови может вызвать у вас ощущение, что вы собираетесь кого-то убить. Перекусите чем-нибудь, что даст вам быструю и немедленную энергию. Хорошие варианты – это бутерброд с куриной грудкой на тосте с высоким содержанием клетчатки, горсть миндаля и изюма или обезжиренный йогурт с мюслями. Медитируйте. Вам не обязательно надевать специальную одежду. Приглушите освещение или сидеть на коврике для йоги, чтобы медитировать. Попробуйте это, где бы вы ни находились, когда вам нужен тайм-аут, и отключите звук в телефоне. Сядьте в удобное положение и осторожно закройте глаза. Позвольте себе почувствовать расслабление в своем теле и естественный поток дыхания. Обратите внимание на свое дыхание, когда оно входит и выходит из вашего тела. Прислушайтесь к звукам, которые оно издает. Если вы хотите повторять мантру мира, радости, любви, не стесняйтесь. Или считайте вдохи и выдохи до 10. Посидите так несколько минут, насладитесь тишиной. Медленно начните открывать глаза, чувствуя, как ваше тело возвращается к нормальной жизни. Сканируйте тело на наличие стресса. Остановитесь, где бы вы ни были. Закройте глаза и выясните, чувствуете ли вы скованность где-либо в вашем теле. Когда вы отследите это, представьте, что это область красного цвета. Сделайте глубокий вдох и представьте, как часть тела меняется с красной на синюю. По мере того, как цвет меняется, почувствуйте, как шкала давления опускается от напряжения до расслабления. Теперь представьте, что синий цвет становится темнее и глубже по мере того, как вы расслабляетесь с каждым оттенком синего. Откройте глаза и посмотрите, как вы уже прекрасно расслабились. Попрыгайте. Например, попрыгайте на скакалке. Это заставит ваше тело вырабатывать эндорфины, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо. Кроме того, повторяющиеся движения веревки помогут вам расслабиться и сосредоточиться.